Издалека ледовая площадка дворца «Кристалл» выглядит обычно, но на самом деле это всего лишь крашеный бетон. Основное покрытие и элементы разметки были реставрированы в первую очередь. Ведь когда поверх ляжет лед, уже ничего не исправишь. Остановка холодильного оборудования – обязательная часть в подготовке объекта к новому сезону. Все двигатели, компрессоры и трубопроводы проходят профилактические осмотры и ревизию. Отдыхает и заливная машина. Запуск оборудования запланирован на конец августа, начало сентября. В бассейне «Дельфин» также используют время спортивных каникул с пользой. Большая и малая ванны остались без воды. Это связано с плановыми работами. В плавательном бассейне «Дельфин» идет подготовка к следующему плавательному сезону. На сегодняшний день слита большая ванна, идет работа по очистке кафельной плитки. Также, как видите, идет ремонт потолочной части большой ванны. Специалисты проведут очистку и малой ванны. Во всех вспомогательных помещениях будет выполнен косметический ремонт. В душевых пройдет ревизия и при необходимости ремонт и замена сантехнического оборудования. Обновится и инвентарь. Также на сегодняшний день в плавательный бассейн ожидается приобретение нового спортивного инвентаря. То есть наши пловцы будут, спортсмены, довольны и будут им пользоваться. Сердцем бассейна, конечно, является машинный зал. Здесь размещено все оборудование, обеспечивающее подачу и качество воды. В сухой период здесь также проводится профилактика. Остановлено все технологическое оборудование плавательного бассейна «Дельфин». За летний период планируем провести ревизию циркуляционного насоса, обеззараживающих установок, ну и провести ревизию всего технологического оборудования, находящегося в марш-зале. Сегодня уже прошла проверку и автоматизированная установка, отвечающая за кислотно-щелочной баланс воды. Уже закуплена химическая продукция, позволяющая поддерживать качество воды в необходимых параметрах. Уже к концу августа все подготовительные работы будут завершены. Константин Цыганенко, Дмитрий Огородников, «Наши города».